Всем привет! Зажарим рыбу в духовке. Для этого мне нужна рыба. Тут 700 кило где-то у меня, большая рыбка. Я ее почистила слегка, видите, тут совсем мало чешуи было. И, конечно же, понадобится лимон, лук, специи у меня итальянские с солью идут и черный молотый перчик. Почистили рыбку, вытащим жабры, конечно же, это обязательно. С двух сторон вытащим, вот таким вот образом вырываем руками. Вот так вот. Все потом промоем, естественно. Все вырвали. Вот так. Также с другой стороны переворачиваем, то же самое проделываем. Теперь берем, вот видите, я все повырывала. И, конечно же, все будем промывать хорошо-хорошо. Теперь берем ножичек. Нож не длинный берем, так что желательно, чтобы покороче ножичек был. И режем. Не вот так ножом режем, а вот по животу разрезаем. Вот так вот. Разрезаем рыбу. Вот таким вот способом, легким движением руки. Разрезаем рыбу. Все разрезали, как видите. Теперь раскрыли и смотрим, что ж там есть. Все, что есть, вытаскиваем. Рыбка жирненькая, как видите. Тут жир есть у нас, видите, молоко. Это все съедобное, ничего не выбрасываем. Все аккуратненько разбираем, отнимаем, отрезаем. Вот так вот. Все это промоем и будем фаршировать рыбу. Вот эти шарики нам не нужны, пузыри. Итак, вот еще есть тут молоко и жирочек. Все снимаем, это все промоем и будем фаршировать рыбу. Обратно в рыбу будем засовывать. Итак, вытащили все с рыбы. Теперь идем, берем все вот это, идем к раковине. Все будем промывать холодной проточной водичкой. Все промыли, почистили. Нам масло обязательно понадобится. Я забыла про масло сказать, извините, в начале. Теперь солим, перчим. Соль где-то достаточно будет, чайная ложечка. Вот я насыпала в солянку. Итак, солим прям хорошо. И открываем, где жабры были, солим. И вовнутрь солим. То есть со всех сторон солим рыбку. Теперь перчим. Специи у нас какие там есть. У меня итальянские травы, как видите, уже с солью идут. Так что если вам надо будет больше соль чуть-чуть, то берите больше. У меня чайная ложечка достаточно. Теперь специи, травы, как я и сказала, перчик. Все поперчили, посолили, замариновали. Вот так вот. Теперь это я перец сыплю. Теперь вовнутрь тоже так же перчик сыпем. Все промариновали, руками промазали. Все, и теперь солим же жирок этот и молоко, тоже перчим. Все, теперь оставили в сторонку минутки на 2, режем лучок полукольцами. Можете колечками порезать, но мне достаточно будет полукольцами, тоненько-тоненько. Вот таким вот образом режем лучок. Лук нарезали, все, вот как видите. Вторую часть тоже так же лучка режем. Целую луковицу, в общем, режем. Теперь отрезаем 3 кусочка лимона. Такие тоненькие ломтики режем. Вот так вот. Это у нас останется для украшения. А остальной лимон мы будем мариновать нашу рыбку. Вот, пожалуйста, вот такие тоненькие-тоненькие порезала. Теперь солим, перчим лучок. Я сразу же итальянскими травами солю и перчу, так как тут соль у меня есть уже в этой специи. Поэтому поперчила, посолила сразу же лучок. Теперь лимончиком выдавливаем сок лимона на рыбу. И вовнутрь, и сверху. И остальное уже как бы выдавливаем прямо в рыбу туда. Вот видите, много сока получилось у меня. И в этот сок сейчас мы будем отправлять нашу молоко, жирок, лук. Все это руками перемешивать вовнутрь. Все. И теперь вот эту цедру не выбрасываем. Туда же в лук запихиваем вовнутрь. Все вот так запихнули туда. Замариновали, зафаршировали. Все. Дадим полежать это минут 15-20 на столе. Вытираем поднос, естественно, лишнее убираем с подноса. На этом же подносе я буду запекать в духовке. И так полежала рыбка у меня где-то минут 20. Берем масло и обливаем маслом хорошо. Прямо 100 грамм, не меньше. Прямо 100-150 грамм наливаем масло сверху. Прямо чтобы там под носе маслечко было. Вот так вот облили все маслом. Духовку разогрела 180 градусов. И отправляю на 50 минут. Теперь через 25 минут мы ее вытащим. Прошло 25 минут. Берем ложечкой маслечко вот это вот. И опять сверху еще раз поливаем. Вот таким вот образом. Обливаем и опять на 25 минут отправляем, опять 25. Ну, в общем, опять отправляем в духовку, пока она не зажарится до золотистой корочки. Можете больше подержать, можете, не знаю, на ваше усмотрение меньше, но у меня вот за 50 минут выпекается вот такая вот рыбка. Все, она приготовилась, как видите, прошло еще 25 минут, всего рыба выпекалась 50 минут. Все, мой карп готов. К сочельнику готова, что подать на стол. Теперь украшаем ее, естественно, перекладываем на блюдо, лопатками подвигаем, убедиться надо, что ничего не прилипло.
Теперь берем лопатками и перекладываем на блюдо. Блюдо можно украсить помидорами, огурцами, зеленью. Я же листочки салата чуть-чуть положила. И, конечно же, лучок зелененький, вот так, как видите. Лимончик сверху сейчас украсим, вот как видите. Оливочки можно штук 5-6 положить. Лимончик разрезаем вот так, не до конца, вот от серединки режем и все, вот так, чтобы было. Оливки несколько штук я приготовила. Берем лимончик, делаем вот такой вот красивый цветочек, или что это, я не знаю, как назвать. И спиралька получается. И вот так вот кладем сверху на рыбу. Оливочки добавим для красоты, для украшения. Если лимон падает, оливка придерживает, как видите. Вот так вот. Все, рыба готова. Готовьте, пробуйте, надеюсь, вам понравится. Рыбка очень вкусная, внутри лучок промаринованный лимончиком. Лучок внутри остается хрустященький. Если хотите мягкий совсем, подержите еще рыбу минут 10, не больше, чтобы всего рыба готовилась час. Ну что ж, рыба готова полностью, блюдо мое. Готовьте, пробуйте, рецепт в описании под видео. Под видео в описании у нас еще есть ссылочка на наш семейный канал, заходите, подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за поздравления, очень много поздравлений. Благодарю всех, всех с Новым годом и наступающим Рождеством. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.